Всем привет! Здесь мы будем с вами водить вот такой вот джип. Так, и здесь в этой игре мы походу будем на права сдавать. Здесь надо ездить, соблюдая все правила дорожного движения без ошибок. Тут будут, если что, баллы сниматься. Поехали. Так, маршрут нам тут известен. Так, тут кольцо у нас. Надо его объехать. Понятно. Вступаем в дорогу. Так, поворотник у нас работает. И вот так, кольцо проехали. Там кто-то, блин, поджимает сзади. Так, тут еще одно кольцо. Так, никого нет, можно ехать. Так, ну тут прямо надо было. Вот. Это правда один едет без инструктора. Так, и нам тут налево. Отлично. А что поворотник работает, а? И выключается. Так, едем дальше. Тут что? Ага, тут знак стоп. Надо. Обязательная остановка. Есть. И налево. Есть. Так, тут еще есть светофор. Так, что у нас по камерам? Есть вот такая камера из кабины. Стоять. Теперь можно ехать. Так, пока вроде правил не нарушали. Так, где? Здесь нам да, надо. Так, ну тут нельзя посмотреть по бокам. Так, нормально. Так, а здесь нам... А? Так, если что, поворотники включают. Здесь просто не видно. Да, вот. Такая камера и такая, так и нам надо встать вот здесь красиво. Так, так и как-то нам надо красиво припарковаться. Так, на той машине сдал на права. Ни одной ошибки. Теперь здесь, тут мы вообще на Lamborghini едем, какой-то точную модель не знаю. Поехали. То есть у них там автошколы. Так, едем, тут остановка нужна. Поехали дальше. Шикарная машина, раскраска правда странная немножко. Ага. Сюда надо. Тут это поворотник, не знаю, не показывается. Светится. Я его включил. А тут пишет, что я не включил. Странно, конечно. Ошибка есть. Правда, не моя. Так, едем быстрее, пока зеленый. Так, тут, в принципе, надо бы ускориться. Ой, куда ты едешь? Вот и аварийная ситуация. Ну, я-то прав был, я на зеленый ехал, и этот пикап нарушал. Ну, вот и авария.